Какие преступления совершены на территории нашего региона за минувшие сутки и сколько из них раскрыто по горячим следам? Об этом нам расскажет начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. За прошедшие сутки на территории Ярославской области зарегистрировано 16 заявлений о преступлениях. По горячим следам сотрудниками полиции раскрыто 7 из них. Во Фрунзенском районе Ярославля в полицию поступило заявление об угоне автомашины Toyota Camry. Сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ОМВД похищенная автомашина была обнаружена на Костромском шоссе. По подозрению в совершении кражи автомашины задержан 32-летний мужчина. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Помните, при совершении преступления необходимо сразу же обратиться в полицию. Вызвать полицию можно по телефону 02-102. Телефон доверия ОМВД России по Ярославской области 73-10-50.